Итоги работы Совета постоянных и полномочных представителей государств-участников СНГ подвели в Минске. В уходящем году состоялось 13 заседаний. На них рассмотрели несколько десятков вопросов, касающихся различных сфер сотрудничества, прежде всего связанные с формированием проектов повесток дня Совета глав государств, правительств и министров иностранных дел СНГ. А на прошедшем заседании обсуждали концепцию председательства нашей республики в СНГ в следующем году и план мероприятий по ее реализации. В течение года были подписаны немало важных документов, которые определяют перспективы нашего сотрудничества, детализируют его, дают оценку тому, что достигнуто. Председательство в Совете постпредов принимает постоянный полномочный представитель Казахстана, чрезвычайный полномочный посол Казахстана в Беларуси Булигенов Ергали Булигенович. И мне хочется искренне пожелать ему успехов на этом непростом посту.